Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы рассмотрим таджиков, тех, которых поймали якобы в машине Рено, ну, там всякой детектива. Вот. Сейчас мы посмотрим, что их вообще ждет, этих людей. Таджики. Двойной таро старших арканов. Два солнца, две луны, две белые карты и так далее. Так, раз, два, три, четыре. Лесные духи. Скажите, пожалуйста, как вы видите таджиков, вот, террористами? И что же их ждет? И будут ли они живы? Ну, мало ли там, что с ними сделают. И будут ли они живые? Так, начали. Террористы. Таджики, террористы. И что из этого? Что их ждет? И будут ли они живые? Так, раз, два, три, четыре. Начали. А значит так, таджики, террористы. Что их ждет? И будут ли они живы? Ну вот, здоровье я не знаю, как там. А там посмотрим. Так, вот они, эти таджики. Луна вышла. Луна, 18-й аркан, стихия огонь. Получается, эти люди... Вообще луна, да, смотрите, луна, да, это как бы энергия темная, и они из своей стаи, это их стая. О, вообще мир разделен на стаи. Славяне, мусульмане, христиане, вот, и получается у них своя стая, и у них стихия огонь. Через эту огонь эти ребята шустрые, видите, шустрые ребята, примчались откуда-то. Теперь они террористы, сейчас мы спросим у лесных духов. Паутина, они из паутины, вышедшие из паутины, где их, получается, они террористы, они вообще стихия вода и огонь, да, смотрите, как интересно. Так, теперь эти террористы, приглашенные издалека, или они прибыли издалека, у них своя паутина, у них свой мир, можно так сказать, у них свой круг жизни, у них свой круг жизни. Значит, я спросила, это террористы? Карты сказали, что это их мир, их круг, где у них были свои планы. Это тоже можно так сказать. Но то, что они прибыли откуда-то, и если они террористы, да, смотрим дальше, что же их ждет? Что их ждет? Великий король – это император. Император, что их ждет? Их ждет... Ждет убитый император. О, Господи. Ну, знаете, так можно так подумать, что их ждет, да, я сказала. Ждет их король какой-то или какая-то личность, которая убитая. Или же, а убитый... Сейчас я дальше посмотрю. И что же будут они жить? Будут эти люди? Да, они жить будут. У них все будет хорошо. Солнце, энергия. Энергия жизни. Солнце есть жизнь. Стоять стойко и смотреть вдаль. Вот так вот. Теперь я разжевываю дальше. Вот эти, раз уже такие карты вышли. Слушайте, я думала, хотела короткое видео, как вот раз и все. Тут опять надо что-то говорить. Теперь смотрите, раз они приехали, прибыли, спросим, откуда? Спрашиваем. Они приехали с ИГИЛа. Ну, вот говорят, они игиловцы, да? Они игиловцы, ну, вот с этой партии ихней. Точно они оттуда? Дьявол вышел. Дьявол. Ну, есть какое-то направление. Есть. Значит так, вот эти, ну, за них же заступились там свои, да? Так, теперь...
Если они 15 аркан и 18 аркан, эти ребята примчались. А теперь смотрите, это ребята, я сказала, шустрые. Если они шустрые, они боевики, ну как бы я скажу, это боевики. Или же по вероисповеданию, ну, как фашисты кричали, смерть фашистам, а тут как бы другое. Так, теперь, раз, два, три, четыре. Они с ИГИЛа, 13-й аркан. Они убийцы, Или убиенные, сейчас посмотрим. Убить, да? Убить башня. Ну, смотрите, они с их не партии, это их партия. Это получается их вера или вера ИГИЛа, да, можно так сказать, прийти в эту ситуацию при своих планах. Теперь смотрите, это ИГИЛ, да, я спросила, или же еще что-то. Они вышли, ну, если так сказочно, я скажу вот эти четыре карты, я скажу так, они пришли с потустороннего мира, и они джинны, черные джинны, совершать черный обряд. Ну, видите, тут шаман вышел, как бы их не... Джин, костер, ну, как бы колдовать, можно так сказать. Они совершают какой-то обряд. Это тоже можно сказать. Примчались. Теперь смотрим. Они, эти люди, террористы, раз они такие продуманные, шустрые ребята. Они террористы. Природа. Смотрите, природа. А потом круг жизни. У них свой круг, свой мир, свое окружение. Через это окружение, что у них еще есть? Дух предков, карма. Ну, вот тут, смотрите, раз уже белая карта вышла, да, еще. Смотрите, значит так. Еще я, знаете, что поняла, раз они террористы, я сказала. Я бы, знаете, как еще сказала, если бы, ну так, по-свойски, да. Какие мы террористы? У нас есть семейный дух, свой дух, дух матери, дух материнства. У нас свои планы. А при этих картах, получается, эти люди... Еще, знаете, я сейчас вспомнила еще один момент, если уже вот взять с природой. Предки, мать, со своим миром. Еще можно сказать, они могут совершать какие-то свои обряды. Обряды, еще можно сказать, ремонт делать. Еще, знаете, вот если уже вот эта карта вышла, и вот это, да, понимаете, тут союз карт как читается. Если бы я вот так закрыла, я бы их обвинила в этой всей галиматье, да. А вот раз уже вот эта карта первая вышла, и она, видите, какая-то неясная, да, например, то вот это я могу сказать или ремонт, или еще что-то они там ломают, что-то вот стройка, реконструкция, поломка недвижим, дом, вот это дом, строить дом, можно так сказать. Осторожно, боясь, что это чужой дом, вот. А чтобы быть плохим человеком, наводить порчу, 13-я белая карта, наводить порчу, нет, дух предков, так нельзя. Я объясняю специально вот для вас. Поняли, да? Поэтому эти люди, вот при всех этих картах, вот я последовательность на пальцем указала, говорю, что мы не больные на голову. У нас есть дух предков, у нас свои планы. Террористами мы не можем. Мы в социальных сетях, да, мы живем в своем мире, у нас есть свои социальная сеть тут раз вышла. Это сеть, у нас есть телефон, мы общаемся. Вот так вот.
Если бы вот эти три карты оказались здесь, а вот эти тут, я бы сказала, да, террористы. Если их поменять местами, вот эти три карты, а эти сюда, поняли, да? Вместо вот этих трех вот сюда, я бы сказала, они убийцы. Поняли, да? А то, что с ИГИЛа, да, ИГИЛа, это можно еще так сказать, что эти люди тут поклясться предкам, это нельзя, это грех. Можно сказать, это грех. Вот так можно еще карты прочитать, если бы вот этих не было, было бы обвинение конкретно. Так, теперь смотрим дальше. Я вас запутала, да, наверное. Ну что ж, я вот вам говорю возможности Таро. Так, теперь смотрите, что же их ждет? Их ждет король, убитый король. Кто он такой? Этот король очень нервный король. Нервные, видите, башня. У него свои проблемы, у этого короля. Четвертый аркан и шестнадцатый аркан. У него свои проблемы. И этот убитый король при своих проблемах волшебник. Ну, я не волшебник, я только учусь, но дружба нам помогает делать замечательные чудеса. Чудеса. И он консультант. Этот убитый король при своей нервной системе, он волшебник, волшебник, начудил. И теперь их вызовут его на ковер. Или же там какой-то контакт будет. Убитый король, это значит, может, это Василич, например, убитый король. Ну, как бы. Владыка озер, 17-й аркан. Да. В общем, будет какой-то контакт с этими людьми. Может, на переговоры с этой вот, как бы на виду, вот разговор. Может, кто-то уже узнал про них, знаете, по телевизору он же там что-то говорит. Он в курсе, да, смотрите. И убитый король понимает, что в этом есть причастность. И что же с ними будет? Солнце и с этими людьми. Маг. Их ждет дальняя дорога. Маг – это дорога. Дорога, дорога. Через эту дорогу, дальняя дорога, большие перспективы. Большие перспективы. И своя социальная сеть. Я тюрьмы не вижу этим людям. Вот хоть убейте меня. Вот. Нету тюрьмы у этих людей. Нету. Их ждет фарт. Это колесо фортуны. Круг жизни. Жизнь продолжается. Вот так вот. В общем, этих людей наняли. Наняли, получается. Или так получилось. Но, скорее всего, наняли. И потом, смотрите, если из прошлого ситуации вот эти таджики оказались как бы в этой паутине, где они не террористы, их ждет встреча с каким-то убитым королем, и где ждет их свобода, смотрите, еще можно сказать, это ИГИЛ, я сказала, да? Это договорняк, то, что с ними договорились до этих событий, до данного проекта, где сожгли они этот кинотеатр или Сити-Сити, да. Так, теперь смотрите, это ИГИЛ, я сказала, что это? Это договорняк был. Это они договорились. Луна, смотрите, две луны, да? Это стая на стаю. Это получается договор, обман, две луны. У меня же двойное Таро. Это обман. При этом обмане, надо же так, а? Я в шоке. При этом обмане сила. Сила ведет к тому, что насильно этих людей соединили, поговорили, где им деваться было некуда. Укрепленный проект через идею торжествует. Вот почему и карта вышла 13-го аркана, что они якобы из ИГИЛа. Поняли, да? Вот так вот. Я думаю, доступно все объяснила.
вот с этими картами. Может, я вас запутала? Кто не понял, я не виновата. Или же прослушайте еще раз, если интересно. И на удачу этим таджикам из другой стаи. Так, смотрите, раз, два, три, четыре. На удачу. Звезда – это свобода. Это свобода. Вот тут вот тоже луна вышла, луна, да? Луна Папеса. Тут договорняк. Они договорились, они будут с ними договариваться. А тут звезда. Звезда вышла им на удачу. Жить будут. Хозяин моря – это колесница. Да. Просто их отправят далеко-далеко. Все. Их отправят далеко-далеко. Они уедут. Они пришли и их куда-то отправят дальше. Дальше делать свои чудеса. Ну, в общем, такие карты. Ну, так сейчас у цыган спрошу еще одну карту на удачу. Что скажут цыгане? Поддержку несчастных террористов. Праздника в этом мало. На удачу праздника и в этом мало. И стол, накрытый стол, горе – это поминки. Поминки на удачу, поминки. И эти поминки обернутся для них тем, что уехать далеко – это препятствие и поездка. Поездка – уехать далеко после этих событий. Есть шанс на удачу посидеть где-то, и их выкупят. Их выкупят. Вот эти три карты подтвердили. Вот так вот. Смотрите, шанс, да, я сказала на удачу. То, что с ними договорились, это удачно запланированная ситуация, где стол, поминки, как бы, они будут, как на поминки, я сказала, удачная сделка, нехорошая сделка через препятствие, которое они не хотели, обернется тем, что уехать пока невозможно, пока их не выкупят. Их должны выкупить. Какие-то лица заинтересованы их использовать еще раз. В общем, вот так вот. Потом смотрите. Я второй раз сняла видео, честно скажу вам. Первое видео и второе, понимаете, они как-то вот как бы идут рядом. И все подтверждается одним раскладом и вторым раскладом. Все, спасибо. Я заняла ваше драгоценное время. Берегите себя и своих близких.